Госпитализированная в больницу пациентка со штаммом коронавируса омикрон идет на поправку. Накануне стало известно о том, что в регионе официально подтвержден первый случай заражения омикроном. Инфекция была обнаружена у аспирантки одного из нижегородских вузов, вернувшейся из Нигерии. В каком сейчас состоянии пациентка и мерах, принимаемых специалистами, нашему телеканалу рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Новый штамм был выявлен у 28-летней гражданки Нигерии, которая вернулась в Нижний Новгород для продолжения своего обучения. Женщина в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в один из госпиталей Нижнего Новгорода в ковидное отделение. Материал для проведения секвенирования был доставлен в Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», и мы получили ответ, что действительно после секвенирования выявлен штамм омикрон. На сегодняшний день наблюдается положительная динамика в состоянии здоровья пациентки, отсутствует лихорадка, отсутствуют какие-либо проявления легочной симптоматики. Ну, как говорят врачи, острая фаза болезни уже позади. Сейчас угрозы жизни нет. 4 января был взят повторный мазок для проведения ПЦР-исследования. Буквально в течение нескольких часов ожидаются его результаты. Ну и, в принципе, пациентка готова для того, чтобы продолжить свое лечение уже амбулаторно. Определен круг контактных лиц, все они уже прошли соответствующие обследования, находятся в изоляции. ПЦР-тесты у всех контактных пока отрицательные.